Многие отрасли промышленности рано или поздно сталкиваются с необходимостью проверки надежности тех или иных объектов и конструкций. В решении этих задач помогают научно-производственные предприятия, специализирующиеся на неразрушающем контроле, одним из которых является научно-производственный центр «Эхо Плюс». Главное направление деятельности НПЦ «Эхо Плюс» состоит в создании уникальных, наукоемких систем, предназначенных для контроля сварных соединений. Особенность этих систем заключается не только в диагностике и выявлении дефектов, но главное – в определении их реального размера. Не имеющие аналогов методики и продукты автоматизированного ультразвукового контроля НПЦ «Эхо Плюс» позволяют выявлять и визуализировать скрытые дефекты в сложнейших сварных соединениях с учетом определения их характера и остаточного ресурса. Экономическая выгода от применения таких методик и приборов измеряется миллионами рублей. Основатель и генеральный директор научно-производственного центра «Эхо Плюс» профессор Алексей Харитонович Вопилкин. После окончания в 1968 году Московского горного института работал в СНИТМАШ, пройдя путь от инженера до заведующего лабораторией. Возглавив в 1990 году «Эхо Плюс», создал творческий коллектив, обеспечивший проведение исследований в области формирования изображений внутреннего сечения объектов, разработку методологии и технологий автоматизированного ультразвукового контроля. То оборудование, которое мы разрабатываем, применяется главным образом на тех объектах, которые представляют себе повышенную опасность, которые работают либо в очень тяжелых условиях, под большими нагрузками, где опасность возникновения или, так сказать, разрушения какого-нибудь там объекта может привести к катастрофическим последствиям. Основными заказчиками компании являются атомные электростанции, предприятия из нефтегазовой отрасли, машиностроения и металлургии, где аварии могут привести к колоссальным последствиям, где крайне важно получить своевременную оценку степени опасности возникающих дефектов. В перечень продукции, выпускаемой НПЦ «Эхо Плюс», входят системы автоматизированного ультразвукового контроля, сканеры, дефектоскопы, призмы на фазированных решетках и программное обеспечение. В течение этих 30 лет разработали 4 поколения систем. Они называются «Авгур». Сегодня эти системы эксплуатируются на всех атомных станциях в России и за рубежом, в частности, на Украине, Армении. У нас есть отдел нерушающего контроля. Там великолепные специалисты. И они ведут контроль нашими системами по нашим методикам, которых мы разработали более 40 типов методик, аттестовали. С помощью этих методик мы контролируем на всех атомных станциях. Даже есть такой термин «правгурить», когда между собой общаются специалисты атомной станции, спрашивают, а это ж вы правгурены или нет? Сегодня в штате компании трудится 65 человек, среди которых высококвалифицированные специалисты, эксперты, научные деятели, отмечены докторскими и кандидатскими учеными степенями, наградами и благодарностями от высшего руководства страны. Есть и конструктора, электронщики, методисты, программисты, свое производство. То есть мы независимы ни от кого, мы делаем все сами под ключ. Все продукты и методики НПЦ «Эхо Плюс» готовы к интеграции в большинство технологических процессов, связанных с безопасностью на промышленных объектах, или могут быть разработаны специально под конкретные задачи заказчика.